9 баллов, полиция Токио. Посмотрите. Невероятно здорово. Хотя и артист, там только один известный японский. Ну, он сейчас и в США играет. Ну, классный фильм. О журналисте, который из США, еврей, который решил узнать получше Японию. Загадочная страна, слушайте, прямо так много интересного из этой страны я узнал, менталитета самих японцев, их отношение к преступности и эти их банды, как они там называются. Здорово. И любовь, конечно, и все-все-все.